Приветствую вас, друзья! Сегодня рассмотрим следующую криптовалютную биржу в нашем списке – это KuCoin. Это не просто торговая платформа, она работает на собственном блокчейне и имеет собственную криптовалюту. К тому же эту биржу ни разу не взламывали, что говорит о ее высокой надежности. Несмотря на то, что криптовалютная биржа KuCoin была создана совсем недавно, осенью в 2017 году, она уже зарекомендовала себя как одна из самых надежных торговых площадок мира криптовалют и блокчейна. Платформа обладает всеми достоинствами децентрализованной системы. Это надежность, безопасность, быстрота проведения транзакций и из-за мощного движка у биржи нет проблем с масштабируемостью. Главная особенность KuCoin – это ее собственная криптовалюта KuCoin Shares. Главным преимуществом токена KuCoin Shares является возможность получать пассивный доход от биржи KuCoin, так как половину своего дохода от комиссии по торговле всех пользователей биржи распределяет между держателями токенов на бирже. Также биржа KuCoin создала собственное мобильное приложение для удобства пользователей. Мобильное приложение доступно на iOS и Android. Давайте перейдем уже на саму биржу и зарегистрируемся и научимся торговать. Рассмотрим главную страницу биржи и определим ее возможности. В верхней части мы видим основные разделы биржи. Рынки – это страница торгов. Купить крипто – это купить с помощью кредитной карты. Раздел сделки – здесь вы можете выбрать спотовую, маржинальную, фьючерсную и ОТС торговлю. Раздел заработать – это отличная возможность пассивного заработка. Здесь вы можете предоставлять монеты в лизинг для маржинальных трейдеров. Имеется два вида стейкинга – стейкинг в майнинговом пуле и стейкинг для держателей криптовалют. Бонус для холдеров KuCoin и реферальная программа «Приглашайте друзей и получайте реферальный бонус». В разделе «Больше» имеется полная информация о криптовалютной бирже, операции на рынке, также последние новости и объявления KuCoin, ну и конечно же справочный центр поддержки KuCoin. Чуть правее находится регистрация, вход, а также выбор языков и валюты. Чуть ниже мы видим рекламные блоки, где нас информируют о гиавеях и конкурсах на бирже KuCoin. Пролистав ниже главную страницу биржи, вы увидите графики курса самых популярных валют на бирже, раздел для скачивания мобильного приложения в App Store и Google Play, ну и в самом низу основные разделы сайта. У нас, где можно прочесть информацию о бирже и ее преимуществах, юридическое соглашение, торги, связаться. И далее ссылки на социальные сети биржи и ссылки для скачивания мобильного приложения KuCoin. Также здесь можно перейти на мобильную версию сайта. Регистрация. Переходим по ссылке под видео и нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». Зарегистрироваться можно через телефон или электронную почту. Вводим вашу электронную почту, отправляем код. Вам на почту должен прийти код. Вы вставляете код подтверждения электронной почты в это окошко. Устанавливаете пароль для входа. И вводите реферальный код, но это не обязательно. Читаете условия использования, если вы соглашаетесь, то ставите галочку и нажимаете «Зарегистрироваться». Готово, вы зарегистрировались на бирже. Чтобы обеспечить безопасность вашего аккаунта, пожалуйста, обязательно выберите комбинацию Google аутентификация, привязка электронной почты и торговый пароль. И обязательно привязку номера телефона в качестве режима стратегической безопасности. Мы советуем сразу настроить все уровни защиты, которые предлагает биржа. Также рекомендуем вам пройти верификацию на бирже KuCoin. После того, как вы создали профиль на бирже, необходимо ввести на нее средства для начала торгов. Вот средств. На главной странице нажмите на вкладку «Активы». Откроется следующее окно, в котором необходимо выбрать монету, которую вы будете вводить на биржу. Напротив выбранной монеты нажмите «Депозит». Перевести средства вы можете непосредственно со своего кошелька, так и купить непосредственно на ОТС-платформе биржи KuCoin. Открывается следующее окно, в котором нужно подтвердить, что вы знаете, что на данный кошелек на бирже можно вводить только ту монету, для которой он создан. После подтверждения открывается ссылка на кошелек монеты, сгенерированный специально для вас. После этого отправляете средства с вашего кошелька на этот адрес. Вывод средств. Для вывода средств биржи KuCoin необходимо нажать на кнопку «Вывод средств»
напротив монеты, которую вы хотите вывести. Далее открывается следующая форма, в которой необходимо указать адрес кошелька для вывода средств, необходимую сумму вывода и комментарий, это тег, если он имеется, а также пройти все проверки безопасности, которые вы установили. И внимание, комиссия вычитается из баланса, который вы выводите. На счет вам будут перечислены средства с вычетом комиссии. Как вести торги? Для начала торгов на бирже необходимо перейти в разделы рынки на главной странице. Однако стоит учитывать, что у KuCoin есть 4 вида кошельков и аккаунтов для торговли. Это основной, торговый, маржинальный и кошелек пула. При пополнении баланса средства попадают автоматически в основной кошелек. Далее вам нужно будет перевести с основного кошелька на торговый аккаунт. После этого вы сможете осуществлять спотовую торговлю. Чтобы совершить спотовый обмен, выбираем в верхнем разделе пункт «Сделка». Далее нажимаем «Спотовая торговля между криптовалютами». Спот – это обычная классическая торговля. Обмен одних валют на другие, без кредитного плеча и контрактов. В левой панели выбираете удобную вам криптовалюту и пару, которой вы будете торговать. С правой стороны находится книга ордеров, чуть ниже глубина рынка и последние сделки. Посередине мы видим график отслеживания динамики рынка с очень большими функциональными возможностями. Для покупки криптовалюты необходимо сделать 3 простых шага. Шаг номер 1 – выбрать торговую пару. Для этого в левой части страницы выбираем одну из торговых пар. Шаг номер 2 – выбрать ордер. Мы выбираем лимит. Шаг номер 3 – заполните форму Buy. Приведу пример по заполнению лимитного ордера. Первое. Устанавливаем цену. Выставляем количество монет, которые мы хотим купить. И нажимаем Buy. Создан ордер на сделку. Остается дождаться его исполнения. Как продать криптовалюту? Для продажи криптовалюты необходимо проделать те же действия, как и с покупкой криптовалют. То есть заполнить таблицу Sale. Единственным отличием будет цена. Для покупки монет нужно ставить меньшую цену, а для продажи большую. После заполнения граф формы нажимаем «Продать». Одновременно создается ордер на сделку. Это было полное руководство по торговле и регистрации на бирже KuCoin. Биржа KuCoin – отличная платформа, гарантирующая высокую степень защиты ваших активов. Транзакции проходят достаточно быстро, а вывод средств практически моментальный. Главное отличие биржи – это существование собственного блокчейна и криптовалюты KuCoin Shares. А для держателей собственной криптовалюты биржей предусмотрены очень крутые бонусы. Надеюсь, данный гайд был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, какая же вам биржа больше всего нравится. А я вас благодарю за внимание, удачи вам и профита. Пока-пока.